Дали разъезды мундиры женщины. У нас за хлебом насущным и черствым очередь. Еще по месту прописки талоны обещаны. На ползунки из пеленок выросшей дочери. У всех друзей большие проблемы с жилплощадью. Все любят джаз, скорее всего, поэтому один из нас родился советским Ротшильдом. Все остальные хотят умереть поэтами. Вид из окна достоин пера историка, который пишет пособие для поступающих. Для поступающих дурно со старыми дворниками, все подметающими, млекопитающими, но вымирающими. Но ты, конечно, совсем другое хотел услышать о том, к примеру, что я читала тебя в газетах. И что мне нравится, как ты думаешь, как ты пишешь, что сохранила записки мальчика на манжетах. Читаю, нравится, сохранила, но, Боже правый, какая пропасть легла меж этим и прошлым летом, как между ужасом непризнания язычной славой. Но ты же понял, что